демократы Кремля получают по заслугам. Аэродромы РФ пылают в огне дронов. У российского диктатора наконец звонят телефоны. Главные новости дня показываем и объясняем здесь и сейчас. Это программа «20 минут», а я Ирина Узлова. Разоблачим, найдем, накажем. Всех и каждого. Задержан Крот. Командир подразделения ССО ВСУ сливал Российской Федерации планы боевых операций. Врага интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах спецназовцев на южных направлениях. СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала крота российского ГРУ, который передавал оккупантам планы спецоперации сил обороны. Как сообщает пресс-служба СБУ, военная контрразведка, исследователи украинской спецслужбы при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего ССО задержали расконсервированного агента российской военной разведки главного разведывательного управления. Им оказался подполковник, командир одного из подразделений сил специальных операций ВСУ, которого российские оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны. Весной 2024 года его дистанционно, так сказать, активировал кадровый сотрудник ГРУ и определил задачу передавать планы боевых операций сил обороны в тылу врага. Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта, в частности, на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Для выполнения задания Крот использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов сил обороны, их вооружения и цели. По данным пресс-службы, захватчики планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами на временно оккупированной территории юга Украины. Также Крот передавал своему куратору данные о других подразделениях сил обороны. В ходе спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступление предателя и задержала его. Одновременно проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций сил обороны. Фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь, уточнили в СБУ. Во время обысков у него изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопитель информации. Фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Злоумышленник находится под стражей, грозит ему пожизненное с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили совместно со следователями Одесского управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры. В командовании ССО ВСУ подтвердили информацию о задержании крота. Указывается, что командование всесторонне способствовало проведению следственных действий. Пока операторы ССО выполняют боевые задачи в тылу врага на временно оккупированных территориях, к сожалению, случаются те, кто пытается препятствовать изнутри. Так бывает, констатируется в сообщении. В командовании уверяют, украинские воины продолжат выполнять задачи, а все предатели будут разоблачены и отправлены за решетку. Пока не Крым, но совсем близко и в прямом, и в переносном смысле. Массированная атака, и Россия вновь под ударом. Украинские дроны возмездия разнесли аэродром Крымск, о чем традиционно решили промолчать представители властей страны-агрессора. Как и преуменьшить масштаб атаки, тоже для себя зазорным вновь не сочли. Дроны атаковали ночью Краснодарский край. Целью был аэродром Крымск, что подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. В 4:39 утра российский канал «Астра» сообщил, что беспилотник упал на частный дом у станиц Полтавской Краснодарского края. Здание МОН получило небольшие повреждения. Эту информацию писали и местные СМИ. Как утверждалось, в результате падения дрона-обломка, как любят преуменьшать в РФ, было повреждено хозяйственное сооружение. Позже, ближе к 6 утра по местному времени, глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь метался не только из-за страха, но и из крайности в крайность, из огня до вполымья, от правды до вранья. Сразу видно, что уроки у настоящего Гладкова по таким отчетам не брал, а зря. Лесь сперва признался, что за ночь якобы было уничтожено 46 дронов и что пострадавших среди мирного населения нет. Но после этого удалил публикацию. Надо же, накостыляли что ли. Продолжает работать оперштаб Крымского района. Сегодня за ночь было подавлено 46 беспилотников на территории района. Среди мирного населения пострадавших нет. На двух улицах города, Луни и Кольцевое, цеплены места падения частей беспилотников. На месте спасения
спасатели, все оперслужбы, говорилось в удаленной публикации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев традиционно ловил кондрашки и заявил, в эту ночь два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Наши расчеты ПВО как будто бы перехватили несколько десятков беспилотников в Крымском и Красноармейском районах. В Крымске обломки, по версии Кондратьева, упали на территорию 4 домовладений. Пострадавших нет, повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе у станицы Полтавской обломки беспилотника как будто повредили крышу частного дома, а в другом доме выбиты стекла, пострадавших тоже не случилось. А вот об атаке на военный аэродром решили умолчать. Зато не умолчал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, который подтвердил, да, били мы. По всей видимости, целились и в Новороссийск. Но и Крымск весьма неплохая цель, говорит в нашем эфире военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Светан. Это вот как раз Новороссийская бухта, куда надо было бы долететь. Но, тем не менее, на самом аэродроме расположены в несколько эскадрилей тактической авиации. И это та авиация, которая в том числе работает по югу, особенно по Запорожскому и Восточному фронтам. И прикрывает Новороссийский, вот именно из-за того, что рядом, прикрывает в качестве системы противовоздушной обороны на новороссийские терминалы, Новороссийскую бухту, которую сейчас россияне перебросили большую часть Черноморского флота, остатки, по крайней мере, его. То есть вскрытие, допустим, того же аэродрома, а там не только самолеты, там же, естественно, система ПВО расположена, развернута, зенитно-ракетные комплексы, то есть уничтожение этого сектора ПВО, это возможность еще и подойти, в конце концов, к уничтожению, в том числе и Новороссийской, и порта, и терминала. У них где-то коэффициент пресечения в районе 0,6-0,7, грубо, со сотни беспилотников 60-70 они могут сбить. А если туда идет 50 беспилотников, они практически все сбьют. Все могут сбить. И здесь увеличение. То есть увеличение количества и, естественно, одна цель. Тогда, может быть, мы его вскроем. С каждым днем россияне также увеличивают плотность противовоздушной обороны. Вот у них еще она недостаточная по таким объектам, такого уровня, то есть за сотню еще практически нигде, кроме Москвы, может быть, и Керченского моста не переваливает. Потому в одну сторону, это ж надо не сказки рассказывать про миллион беспилотников в год, а конкретные непосредственные действия по финансированию производства беспилотников. Между тем, Минотбитых РФ заявили о 36 сбитых дронах в Краснодарском крае, а не 46, как говорил губернатор. А в целом, по данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО как будто бы перехвачено и уничтожено 51 украинский беспилотник в эту ночь на территории Великой, но не могучей. Помимо 36 над Краснодарским краем, 3 беспилотника сбивали на территории Крыма, который не их, 2 беспилотника на территории Белгородской области, которая пока еще их, и 10 беспилотников над акваторией Азовского моря, где им тоже не место. Спасибо ВСУ за это. В Курской области российские морпехи не только обманывают свой же генштаб, но и массово сдаются в плен через сеть ВКонтакте. Украинские десантники и военная контрразведка СБУ пополняют обменный фонд в Курской области РФ. Как сообщают 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде, контрразведчики и бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой запустили в российской сети ВКонтакте аккаунт «Виртуальный командир», благодаря которому военные 810-й бригады морской пехоты РФ сдаются в плен, сообщили бригаде. Опубликовав также кадры с российским военнопленным по имени Николай, 2002 года рождения. На видео российский военнослужащий сообщает, что он из Москвы и, увидев во ВКонтакте группу 810-й бригады морпехов, подписался на нее. Он говорит, листаю фотки, видео смотрю, их очень понравилось и решил подзаработать. Поехал, значит, в военкомат на Яблочково 5, подписал контракт и уехал. А обещали одно, а в результате, как всегда в РФ, все вышло раком-боком. Затем Коленька решился и решил, умирать за путинские амбиции ему еще рановато. Поехал в Курскую область. Вот. Обещали одно, а в итоге меня отправили в Курскую область. Был я там менее 2 месяцев. Вот. И пару дней назад ко мне пришло уведомление ВКонтакте. Вот. Какой-то мужчина. Я зашел на страничку посмотреть, кто это. По фоткам смотрю, офицер. То есть там посты есть про нашу группу 810-й бригады морской пехоты. Думаю, по-любому, кто-то из наших. Вот. И добавил его. И он мне написал, я когда был на посту, охранял технику, он мне написал, что готовится контрнаступление в СУ. Вот. И скинул мне координаты. Здесь можно посмотреть, но у меня телефон разрядился. Вот, если поставить на зарядку, там все будет.
Вот. Он мне скинул координаты, где можно спрятаться. Вот. А я еще молодой, я вот так подумал, типа не готов еще умирать. Вот. И ночью я решил пойти по координатам. Я дошел до координатов, встретил ВСУ и ребят из военной контрразведки. Вот. Хочу поблагодарить их о том, что оставили меня в живых. Воспитанный. Закончить эту проклятую войну требует от Путина ОНАДЖ, проснулись и обычные жители Курщины. Мы устали жить в аду, сетуют они. Жители приграничного российского села Ольговка Курской области записали видеообращение к нелегитимному диктатору российскому Владимиру Путину, призвав его окончить эту проклятую войну. Наивный, ведь он даже не посмотрит. Видеообращение продолжительностью примерно 7 минут участвовало более 40 человек. Странно, даже не 4. Жители Ольговки рассказали о проблемах, возникших после запоздалой эвакуации. По их словам, сейчас село похоже на фильм ужасов. Многие боятся туда возвращаться, а сами люди остались бездомными, поскольку цены на аренду жилья очень высоки. Были деньги, но у многих уже кончились. В то же время местные власти заявляли, что на восстановление Ольговки, которую они же и бомбят, уйдет 5 лет. Уже 3 месяца мы живем как в аду. Куда нам обращаться? Где нам найти свое спасение? Мы просим вас закончить эту проклятую войну, унесшую много жизней невинных людей. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнала ракетной опасности. Серьезно, да? Разберитесь в этой ситуации и услышьте, наконец, нас, жителей российского приграничья. По собственной воле мы все это терпим, заявили они. Люди пожаловались, что стали беспризорными из-за того, что их деревня была разрушена во время боевых действий. По их словам, снять жилье не по карману, а кому по карману далеко не всем, а на работу переселенцы берут неохотно, поскольку эвакуация вовремя не была объявлена и не все успели уехать. Кто остался, потому что думал, что все это на 2-3 дня, говорится в обращении. Да-да, Путин тоже думал, Киев за 2-3 дня. А теперь получил оккупированные свои земли и митинги. И это уже далеко не первый за этот месяц, даже не побоюсь этого слова, протест обманутых и кинутых Путиным жителей Курщины. Война пришла и уходить не собирается. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Комментирует словами Аль Капоне в нашем эфире военный эксперт Денис Попович, как плащи российских жителей, так и безуспешные контратаки их военных на занятой нами территории когда-то российского региона. Когда война пришла на территорию Курщины, то местные жители наконец-то поняли, что такое война. Теперь они понимают, кто такие беженцы, что такое артиллерия и что такое потерять свой дом. И они сразу начали кричать, что нужно заканчивать СВО. Поэтому войну нужно больше переносить на территорию Российской Федерации, чтобы больше жителей хотели ее конца. Российские солдаты в Курской области совершают третью попытку наступления тем временем. Они стабильно делают это раз на месяц. Пытаются штурмовать позиции украинских войск, и вообще механизированные штурмы очень популярны там. Также они начали использовать дроны с оптоволокном. Однако сами россияне кричат, что наступление не прошло хорошо, и у них там много жертв. Будет еще больше, а возможностей у Путина еще меньше. Россия не сможет недолго вести войну, нелегко ее закончить. Завершение боевых действий представляет экзистенциальные угрозы для режима Путина. Нарратив о том, что РФ есть ресурсы для победы в войне против Украины, не соответствует действительности. Вместе с тем Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные Ассинт-аналитиков. Военная экономика России движется к тупику. Признаки того, что официальные данные скрывают серьезные экономические трудности, вызванные как войной, так и санкциями, становятся все более очевидными. Кремль не сможет наращивать производство достаточно быстро, чтобы заменить оружие с той скоростью, с которой оно теряется на поле боя. Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией в Украине, поступают из северокорейских запасов. В какой-то момент, во второй половине 2025 года, Россия столкнется с серьезной нехваткой нескольких категорий вооружений, говорится в статье. И когда Россия достигнет конца пути с каждым типом вооружения, неизвестно, но Кремль мало что может сделать, чтобы предотвратить этот день, пишет журнал. Россия не только будет не в состоянии долго вести войну, она также не сможет легко заключить мир. Огромные военные расходы, которые неустойчивы в долгосрочной перспективе,
искусственно стимулируют занятость и рост. Почти все новые рабочие места связаны с военными и не приносят особой пользы гражданской экономике, в большинстве секторов которой возникают огромные трудности с поиском рабочей силы. Масштабы послевоенной российской рецессии будут еще хуже, поскольку гражданская экономика России, особенно малые и средние предприятия, сократилась из-за войны, отмечается в публикации. Как резюмирует Foreign Policy, лидеры России сталкиваются с незавидным набором дилемм, которые сами же и создали. Россия не сможет продолжать вести текущую войну после конца 2025 года, когда у нее начнут заканчиваться ключевые системы вооружений. Однако заключение мирного соглашения создает другой набор проблем. В итоге Кремлю придется выбрать между тремя неприятными вариантами, и вот они. Сократить вооруженные силы и оборонную промышленность, что спровоцирует рецессию, которая может угрожать режиму. Сохранить высокие уровни расходов на оборону и раздутую армию мирного времени, что задушит российскую экономику. Использовать армию для получения экономических ресурсов, необходимых для ее поддержания путем новых завоеваний. Прекращение полномасштабных боевых действий в Украине не положит конец проблемам Запада с Россией. Огромный военный сектор России побуждает Кремль использовать свои военные силы для извлечения ренты из соседних государств. Альтернативы – демобилизация и рецессия или бесконечное финансирование раздутой военной оборонной промышленности представляют экзистенциальные угрозы для режима Путина. Как бы Россия не завершила свою нынешнюю войну, экономические реалии страны сами по себе создадут новые формы неуверенности для Европы. И дальновидные политики должны сосредоточиться на смягчении этих будущих угроз, констатировали Foreign Policy. С печальным для бункерного прогнозом соглашаются и американские аналитики Института изучения войны. Россию в следующем году действительно ждут серьезные проблемы, ведь не так крепок оказался рубль, как его малевали. По оценке аналитиков, экономика агрессора оказалась не такой устойчивой, как утверждал Кремль. Как сообщает американский Институт изучения войны, это подтверждает и недавняя экономическая политика Москвы. Речь идет о том, что экономика РФ столкнется со значительными проблемами уже в следующем году. Российский диктатор обеспокоен экономической стабильностью своей страны в долгосрочной перспективе. Недавно российские власти приняли несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства на раненых, военных, борьбу с инфляцией, а также решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы. Такая политика демонстрирует, что российская экономика оказалась не такой устойчивой к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как об этом говорят и утверждает правительство. Кроме того, это говорит и о том, что РФ не способна поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, защищая свое общество от экономических проблем. По мнению американских аналитиков, последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы агрессора. Позвони мне, позвони. Снова в деле. А лучше бы работала «Не бери мои номера, если любовь забыта». Это если языком песен. А если языком фактов, то канцлер Германии Олаф Шольц и российский диктатор Путин сегодня, 15 ноября, могут провести первый за два года телефонный разговор. Детали будущих переговоров неизвестны, как пишет агентство Bloomberg. Разговор состоится в критический момент для Украины, пока страна готовится к третьей зиме, подвергаясь нападению со стороны России. А также на фоне неопределенности относительно поддержки Украины после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Я напомню, в начале недели Олаф Шольц, любитель телефонов, заявил, что скоро снова попытается наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он сказал, что, как ответственный политик, не собирается разговаривать с Путиным в одиночку, а спросит у родителей. Он также отметил, что разговор с Путиным потребует множества контактов и переговоров с множеством других сторон и подчеркнул, что необходимо обсудить ситуацию с Украиной. Последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года. В июне Шольц заявил, что не исключает возможности такого разговора с Путиным в будущем, однако отметил, что встреча имеет смысл только тогда, когда будет о чем конкретно говорить. Непонятно до сих пор, был ли звонок между Путиным и Трампом, но пока избранный президент США Дональд Трамп играет как будто не белыми, не черными, а где-то находится в позиции рефери. Но бой-то для нас неравный, мы ни на кого не нападали. Понятно одно, администрация Трампа будет сосредоточена на войне между Россией и Украиной, передает CNN заявление Трампа с одного из мероприятий во Флориде. «Мы будем очень усердно работать с Россией и Украиной». Эта война должна прекратиться. Россия и Украина должны остановиться, сказал Дональд в четверг на Западе во Флориде, выражая сожаление по поводу смертей на войне.
Неважно, солдаты это или люди, сидящие в городах, мы с этим разберемся, добавил он. Но мы ведь и не начинали, жаль, не вспомнил Трамп. Но еще вспомнит. На самом деле сейчас все решения Трампа, его окружения касательно российско-украинской войны на стадии обсуждений, размышлений, да если хотите, торгов. И у нас, в отличие от России, есть все шансы перетянуть одеяло победы, а соответственно и поддержки в глазах Трампа на нашу пользу, рассуждает в нашем эфире политолог-международник Максим Несветайлов. Ведь Россия – это о водке, балалайке, медведях и медведеве, а от нас Трамп может получить куда больше – мощь, войска и ресурсы, что, впрочем, уже и было предложено ему в плане победы Зеленского, резонно напоминает Несветайлов. Все в процессе решения. Мы сейчас на этапе торгов. Есть все шансы продать ему идею победы. Ибо Дональд Трамп понимает, что такое Россия. Он там бывал еще в роли бизнесмена. У него есть об этом информация. А еще есть представления из фильмов. Это медведи с балалайками, и эти ядерные ракеты, и водка. А вот об Украине Трамп знает гораздо меньше. Ему нужно показать, как классно и выгодно быть на стороне Украины. Насколько выгодно иметь такого союзника, как Украина? У нас есть большие запасы лития и сланцевого газа. Это очень нравится Трампу. Так что миллиарды долларов лежат под оккупированной землей. Так что надо говорить Трампу, что это не украинскую территорию хотят отдать. Это хотят отдать энергетическое доминирование России. Потому что она это все будет добывать. А если территорию освободить, это смогут сделать и американские компании. Не стоит сильно волноваться и касательно неоднозначного выбора некоторых персон в команду Трампа. Все равно все они будут исполнять то, что захочет сам Дональд. Поэтому они, собственно говоря, там и очутились, отмечает эксклюзивно в нашем эфире политтехнолог Михаил Шительман. А, к примеру, Марко Рубио, Майкл Уолтс и другие такие представители команды Трампа говорят нам четко и одно. Да, может, они не прям проукраинские, но и далеко не пророссийские. Они о Трампе и об Америке. И вот есть, и он выбирает, то он точно будет выбирать только тех, кто сторонники его линии, то есть линии на перемирие между нами и Российской Федерацией. Он бы не стал выбирать там, людей, которые кричат «никакого перемирия», «два и до победного конца» и так далее. Зачем ему такие люди? Но в то же время нам повезло с этими двумя конкретными назначениями, с другими, может быть, меньше повезло, с тем, что это все-таки два человека, которые все время последовательно поддерживали Украину. И тут даже еще одно, может быть, даже, как это ни странно, более важное, что они антироссийские. Вот это конкретно, да? Эти два человека настроены абсолютно антироссийски. Считают Россию страной-изгоем и так далее, и так далее, и так далее. Вот это ключ. Потому что есть люди, которые так не считают. Вот, например, назначенный там вместе с Маском на комиссию по эффективности товарищ Рамасвами, он, наоборот, считает Россию вполне себе нормальной страной, участником мирового процесса, очень важным, и собирается в 2025 году ехать в Россию. Ну, вернее, собирался, пока избирался, пытался избраться в качестве кандидата. Поэтому конкретно Рубио и Вольц – это очень два раза, нам повезло дважды. Неважно в этот момент, на самом деле, какой у них там план в голове. Нам и никому не нужен этот план у них в голове. План будет в голове у Трампа. Они будут его пока что исполнять. Но важно, что исполнять они будут с ненавистью к России в сердце. Как и мы. Коллапс Украины станет для США наиболее значительным унижением. Если Вашингтон решит прекратить поддержку Украины, это станет еще большим унижением для Штатов, чем выход из Афганистана. Такое мнение высказывает бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Гейк в подкасте британского дневника The Telegraph. Он подчеркнул, что если будущая администрация президента Трампа допустит коллапс Украины, это ударит по авторитету США. Гейк говорит, Трамп критикует Байдена за решение по Афганистану, но если он приведет к коллапсу Украины, это будет значительно большим унижением для США. Это в собственных интересах Трампа поддержать силу Запада в мире, убежден Гейк. При этом бывший министр предостерег администрацию Трампа от надежд уладить быстро войну или уладить ее на условиях, которые будут выгодны Кремлю. Заморозить войну на линии столкновения значило бы заложить основы для новой войны. Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось. Это очень ясно, он хочет всю Украину. По меньшей мере, он хочет столько, чтобы то, что останется, не могло функционировать как суверенное государство,
чтобы оно не могло стать членом ЕС, НАТО, не могло делать суды, получить деньги на восстановление городов. То есть, чтобы оно не было функциональным государством. Без гарантии безопасности от США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, не сможет остановить Путина через 2 года после того, как он отстроит свои вооруженные силы и вернется за остальными. Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну. А вот и последствия отголоски старой. Ведь именно безнаказанность Путина за оккупацию Абхазии и Южной Осетии и развязала руки диктатору с 2008 года. В Абхазии возобновились протесты из-за соглашения с Россией. Толпа штурмом взяла здание парламента, раздавались выстрелы. В столице Абхазии Сухуми возобновились протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое парламент республики собирался рассмотреть сегодня, 15 ноября. Несколько тысяч протестующих во главе с лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой потребовали, чтобы документ был отклонен. На заседание Народного собрания пришел 21 депутат из 35. Спикер парламента Алаши Ашуба пожаловался на давление и предложил перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующих это не устроило. Они пошли на штурм парламента. Начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, в которых люди бросали яйца, камни и бутылки. В свою очередь силовики, по данным местного издания «Республика», распылили газ и бросали в протестующих дымовые шашки. Прозвучали звуки, похожие на выстрелы. С помощью грузовика участники протеста сломали ограждающее здание парламента забор, взяли народное собрание в живое кольцо и отказались расходиться, передает «Интерфакс». К ним вышел глава госслужбы охраны Дмитрий Дбар и глава МВД Роберт Киут. Они пообещали передать требования собравшихся президенту Аслану Джани. Одновременно с этим в администрации президента республики сообщили, что готовят документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с Россией для стабилизации ситуации. Однако протестующие начали требовать отставки Джани, которого они называют дезертиром. Также люди стали проникать в здание парламента через окна, а собравшиеся у входа сломали дверь. По данным Минздрава республики, в ходе столкновений у парламента пострадали 8 человек, они доставлены в больницу. Протесты продолжаются в Абхазии уже последние несколько дней. Недовольство местной оппозиции вызывает инвестиционное соглашение с Россией. Оно предполагает меры поддержки для российских инвесторов, в частности, освобождает их на 8 лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Ставка налога на добавленную стоимость для них устанавливается в размере 5%, что в 2 раза меньше стандартной в Абхазии. Также российским инвесторам по соглашению предоставляется квота на иностранных работников, которые не могут распределять самостоятельно. Кроме того, внесенные в спецреестр инвесторы получат преимущественное право на подключение к инженерным сетям и коммуникациям, а также смогут брать под залог предоставленные абхазскими властями земли банковские кредиты. Оппозиция считает, что Абхазия ничего не получит от этого соглашения, и республике стоит от него отказаться. В первую очередь данное соглашение рассчитано на освобождение от налогов до 25 лет для иностранных олигархов. Льготы, предусмотренные им, начинают действовать при инвестициях от 2 миллиардов рублей. Зачем нам такие инвестиционные проекты, которые четверть века не будут приносить в бюджет ни копейки? Заявил лидер Абхазского народного движения, бывший вице-премьер и министр экономики республики Адгур Ардзинба. Как пишет BBC, в республике, которая зависит от финансирования из России, боятся прихода российского бизнеса, который лишит местных заработка на туризме и будет эксплуатировать курортные возможности Абхазии. Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Играя осторожно, ты однозначно проиграешь. Аль Капоне. Ирина Узлова. Наша программа «20 минут». Друзья, спасибо, что приходите. Спасибо, что вас так много. И за теплые слова также благодарю вас. Их и не только, конечно же, конструктивную критику. Всегда рада почитать в комментариях, которые оставляйте, пожалуйста, под этим видео. И ставьте лайк нашей программе. И подписывайтесь на YouTube 24 канала. Ведь все эти ваши действия не только добавляют мне настроение, но и позволяют нашим разговорам, нашим проектам продвигаться просторами YouTube. Приходите к нам в понедельник. Буду ждать вас на этом же месте. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.